Ребята из Ульяновского авиационного колледжа участвуют в федеральном конкурсе на создание гимнопроекта «Профессионалитет». Студент второго курса Егор Кирюшкин с командой единомышленников создали композицию, написали текст, подобрали минусовку, записали трек и отправили заявку. Основная задача гимна – вдохновить действующих и будущих участников проекта на профессиональное развитие. Самое важное при написании – передать суть проекта «Профессионалитет», передать суть нашего участия, то есть что мы можем дать тем, кто будет учиться у нас, тем, кто будет участвовать в этом проекте. Гимн проекта «Профессионалитет» от студентов колледжа получился теплым, добрым и содержательным, и уже получил признание среди учащихся. Это уже не первый творческий конкурс, в котором участвуют студенты из Ульяновского авиационного колледжа. Ранее амбассадоры проекта заняли первое место в конкурсе фотографий профессии будущего. В конкурсе гимнов ребята также рассчитывают на победу и с нетерпением ждут итогов, которые озвучат в конце марта. Студенты, написавшие гимн, являются не только участниками конкурса, но и амбассадорами проекта «Профессионалитет». Они участвуют в классных часах, родительских собраниях, профориентационных мероприятиях. Мы представляем его. Вот. Рассказываем о том, как можно получить специальность за короткие сроки, делая упор на практику. Главное отличие программы «Профессионалитет» – сокращение сроков обучения и увеличение его практической части с участием работодателей. Студенты больше времени находятся на рабочих местах предприятий, организаций. Таким образом, и качество образования улучшается, и вероятность трудоустройства увеличивается. Ульяновская область – одна из первых вошла в число участников проекта. Сегодня «Профессионалитет» успешно реализуется в двух образовательно-производственных кластерах нашего региона – авиастроение и сельское хозяйство. Это были первые 70 колледжей Российской Федерации, которые вошли в профессионалитет. То есть мы были первопроходцы. Мы вошли в этот проект совместно с нашим градообразующим предприятием ПАО «ИЛ Авиастар». В ближайшее время в Ульяновской области планируют создать еще не менее 5 таких кластеров и продолжить работу с предприятиями реального сектора экономики. Юлия Руднева, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.